Глава государства поддержал наши инициативы, наши и правительство инициативы по реализации пакета реформ по дальнейшему развитию системы органов государственного аудита. Они направлены у нас на устранение конфликта интересов, на упрощение многозвенной системы органов госаудита, на повышение эффективности их работы в целом. И в рамках этих реформ предполагается с 1 января 2026 года упразднение ревкомиссий в регионах с преобразованием их в территориальные подразделения Высшего аудиторской палаты. При этом роль маслихатов сохраняется. В целом, я хочу сказать, что эта реформа, она такая достаточно серьезная, поэтому нам надо очень глубоко проработать все вопросы, связанные с организацией деятельности наших территориальных подразделений, с тем, чтобы уже с 1 января 2026 года четко уже обеспечить работу наших территориальных подразделений.